У жителей станицы Новодмитриевская 19 июля появилась возможность лично поделиться проблемами поселения с главой района. Руководитель муниципалитета провел прием граждан в здании школы номер 36. Опередил всех местный житель Иван Васильевич Зубов. Мужчина пришел задать несколько вопросов, главным из которых назвал состояние подъездной дороги к общественному колодцу в соседней станице Калужской. Дело в том, что многие новодмитриевцы ездят туда за водой. Там прекрасная питьевая вода, колодцу более полувека. И у нас человек 500, самое мало, ездит в эту станицу. Дело в том, что там существует такая проблема. Проблема заключается в том, что подъезд дороги, когда период распутья, осень и зима, буквально 60 метров до съезда в колодец, дорога очень плохая. Там колея до полуметра глубиной. Туда люди, которые идут с бутылками, с банками, не просто не могут идти. Обратившись к главе района с этим вопросом, местный житель выразил надежду на скорейшее решение проблемы. Серьезным вопросом пришли и жители улицы Братьев Семилетовых. Женщины и дети здесь с 2004 года страдают от перебоев, а порой полного отсутствия водоснабжения. Когда дождь пройдет, тогда вода идет. Тогда, да как она идет? Ну, капает. Так, значит... А мы тогда живой водой, мы стираемся, моемся и чуть ли ее не пьем. Глава муниципалитета был откровенно удивлен, потому что не слышал ранее о подобной проблеме. Тем временем руководитель сельской администрации Игорь Головин уверил, что вопрос решается, хоть и достаточно долго. Трубы нужного диаметра заказали в аварийном фонде ЖКХ. Однако Андрей Дорошевский рекомендовал не ждать более ни дня и закупить необходимые материалы самостоятельно в кратчайшие сроки, а пока организовать подвоз воды к домам жителей. Значит, ко мне с докладом. Если у поселения нет средств на приобретение данной трубы, мы выделим из своего фонда, из районного. Но об этом надо говорить. Не надо молчать, не ждать, пока вот придут пожилые женщины с детьми. Приходящие на прием люди озвучивали также вопросы, касающиеся состояния дорог, стоянок большегрузного транспорта и незаконной уличной торговли. По ряду обращений запланировали выезды на места, чтобы подробнее разобраться в ситуации.